Уважаемый! Уважаемый, где бы мне чайку тут? Извините, уважаемый, мы издаля. Соскучились по чаю? Ох, и не говорите, уважаемый. Вы давно, товарищ, воюете? 3-й год без выхода в окопах. Окопы оставили давно? Дней 10-12, как живой выскочил. Плохо дело. Беда. Плохо. Во всем этом сидите на позициях. Так ведь это еще хорошо. Ну, а как у немцев? Ничего не замечали? По нашим заметкам судить не сладко. Солдату везде не сладко. А какие ваши заметки? Это очень важно. Кофеем, знаете, таким пахнет. Цакорием. Пленного приведут? Не тот немец. Не тот. Устал немец. Что и говорить. А пойдет он с нами на мировую? Вот за это я не скажу. То есть, ежели по солдату судить, по их боям с нами, то всем осточертела война. Но у их же царь. Но наши генералы тоже мира не хотят. Это правда. Так как же быть? Вот за это я не могу сказать. Ну, а если советская власть скажет солдатам, берите дело мира в свои руки. Вот вы. Возьмете руку советской власти. Дорогой товарищ, да пусть только скажет это советская власть. А не обеть? Кто, я? Ну, хотя бы вы возьмите себя, ведь теперь каждому солдату за судьбу всей России отвечать приходится. Да, страшновато, не спорю. Страшновато. Вы женат? Женат. Дети есть? Трое. Земли много? И где-то. Лошадь есть? Лошадь сала. А корова? Корова упала. Корова упала. А винтовку бросать нельзя. Как вы считаете, нельзя ее бросать? Боязно ее бросать, дорогой товарищ. Не могу ее бросить. Керенский идет на нас войной. Вот слыхал теперь? Каледин на Дону казаков поднимает. Так ежели они первые подымутся на народ, так опять война, а солдат устал. Так за что и как воевать? За дыры Данилы? Воевать никто не будет. Нет, чужих земель советская власть захватывать не собирается. Но если царские генералы вновь посадят помещиков и капиталистов в России, то вот вы как думаете? Тогда пойдем воевать. А воевать нужно сегодня, сейчас. Тогда пойдем воевать сейчас. Вы, может, мне не верите, уважаемый, но я про себя от чистого сердца вам говорю. Вы меня извините, товарищ, ну, я вас задержал. Ну что вы где там? До свидания, товарищ. Шадрин. Товарищ Шадрин. Да, чаю. Чаю вы найдете наверху, вот так вверх по лестнице у нас столовка. До свидания, товарищ. До свидания.